Привет, меня зовут Ева, и сегодня я вам хочу рассказать о грандиозном и масштабнейшем комплексе на территории Турции, город Алания. Давайте расскажем подробнее. Сейчас мы уже с вами находимся в квартире планировкой 2+1. Здесь имеется две спальни. Есть спальня хозяйская, как еще называют их, родительская спальная комната. Она с отдельным санузлом. Там имеется туалет и душевая кабина. Также имеется спальня, она называется гостевая. То есть, когда вы приглашаете гостей или у вас достаточно большая семья, они располагаются в еще одной спальне. Также есть общий, как говорится, гостевой санузел. Там располагается туалет и душевая кабина. Давайте я вам немножко покажу зал. Сейчас мы находимся в салоне данной квартиры. Это также, как я напоминаю, квартира 2+1. Салон здесь совмещен с кухонной зоной. Также здесь имеются панорамные окна с двух сторон. Они двухкамерные и они сделаны из алюминия. И что немаловажно, из них открывается отличный прямой вид на море. Я спешу отметить, что прямой вид на море открывается из абсолютно каждой квартиры, потому что комплекс устроен таким образом, он немножко повернут. Тем самым открывается абсолютно прямой вид на море. Вы каждый день будете радоваться пейзажам. Хотела бы заострить ваше и свое внимание на кухонной зоне. Она совмещена с салоном, как я уже говорила, и она полностью меблированная. Здесь также встроена техника. У компании есть эксклюзивный договор с компанией, которая поставляет технику. Это Арчелик. Но по индивидуальному договору вы можете поменять, потому что квартира новая, квартира на стадии стройки. Вы можете выбрать абсолютно любую технику, вплоть до того, чтобы поменять цвет столешницы. Все, как говорится, на вкус и цвет. Сейчас мы находимся в гостевой спальной комнате. Как вы уже успели заметить, она полностью меблированная, вплоть до покрывал, подушек. Но есть очень хорошая особенность. При покупке квартиры вы можете обсудить со строительной компанией. Возможно, у вас есть какие-то предпочтения в мебельной компании, вы бы хотели поменять мебель. Это все без проблем делается. Но также есть в продаже квартиры полностью без мебели, также и с мебелью, как в данной квартире. Сейчас мы находимся в самой главной комнате этой квартиры. Это хозяйская спальня. Как еще говорится, родительская спальная комната. Здесь также полностью установлена мебель, кровать, кафорный гарнитур. Также имеется отдельный санузел. Здесь имеется душевая кабина и, естественно, туалет. Отсюда, кстати, еще выходит прекрасный вид на море и отдельный балкон. Имеется выход на балкон. Балкон достаточно большой, от него открывается прямой вид на море. Я повторюсь еще раз, это первая береговая линия. Также здесь имеются, как я уже говорила, панорамные окна. Они выполнены из алюминия, они двухкамерные. И что немаловажно, здесь есть очень хорошее шумоподавление. То есть, когда вы закрываете балкон, вы абсолютно не слышите посторонний шум. Сейчас мы находимся на территории этого комплекса.
Территория составляет 25 тысяч квадратных метров. Это же огромная территория. Также на этой территории есть 8 блоков, полноценных блоков, 450 квартир, стоимость которых начинается от 131 тысячи евро. Также на этой территории есть абсолютно все. Начиная от детского сада, где есть своя личная няня, заканчивая крытыми и открытыми бассейнами. Здесь также под каждым блоком имеется закрытый паркинг. У вас не будет проблем, где оставить свою машину, потому что фактически под каждым блоком закреплено парк-место. Также здесь есть, как я уже говорила, крытые и открытые бассейны. Их несколько. Есть спортивные залы, есть сауны, хамамы. То есть абсолютно все, что нужно для жизни, вся инфраструктура здесь есть. Застройщик подразумевал сделать как называемый город в городе. То есть территория настолько большая, что вы можете гулять как по маленькому городку. Также этот комплекс, как я уже говорила, находится на первой береговой линии. И по секрету говоря, 75% квартир уже продано. И осталась одна свободная вилла. Успей купить. Я здесь. Ну что ж, сегодня мы посмотрели достаточно масштабный, мощный комплекс. Я уверена, вам понравилось, потому что понравилось и нам. Ну что ж, до новых встреч. Пока!